Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину. Третий стрелковый батальон так называемой Донецкой Республики записал главарю оккупированной территории Денису Пушилину видеообращение, в котором выразил недовольство. В обращении говорится, что они должны были принимать участие в восстановлении правопорядка, но были обмануты и без военной подготовки отправлены в Луганск, где батальон потерял почти половину личного состава. Представляем вам видеообращение. Уважаемый Денис Владимирович, личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка войсковой части 08-818 обращается к вам со следующим. Военнослужащие 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка войсковой части 08-818 были мобилизованы в период 23.02.2022 по настоящее время. Вопреки вашим публичным заявлениям о том, что мобилизованные резервисты не будут непосредственно участвовать в боевых действиях, а будут участвовать в восстановлении и сохранении правопорядка на освобожденных территориях ДНР, а также занимать третью линию обороны, личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка, будучи необученным и неопытным в ведении боевых действий, до момента мобилизации проходили обучение в вузах, работали на различного рода предприятиях и в различных отраслях, не имеющих отношения к воинской службе, а также не прошедшие обязательное медицинское обследование. Многие мобилизованные имеют острые хронические заболевания. Находились 13.03.2022 на передовых позициях в городе Мариуполе. Обращаю ваше внимание, что в период с 13.03 по настоящее время, неся боевые и другие потери, по состоянию на 23.05.2022 налицо осталось 60% личного состава. Личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка выполнил поставленные боевые задачи, а именно оборона занимаемых позиций в городе Мариуполе, ведение наступательных боевых действий. В настоящий момент личный состав находится на территории другого государства, а именно Луганской Народной Республики, гражданами которого мобилизованные не являются. Военнослужащие 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка морально и физически истощены, что осложняет выполнение боевых задач. Под закон о мобилизации попадают все мужчины и другие граждане ДНР, которые являются военно обязанными. Однако на территории ДНР находится большая часть лиц мужского пола,